И еще о событиях в мире. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил об отставке на фоне беспорядков в стране. Пост политик занимал после убийства последнего президента страны в 2021 году. Власть временно перейдет к президентскому совету. В его состав войдут 2 наблюдателя и 7 членов с правом голоса, которым предстоит назначить временного главу Кабмина. Как друг этой страны и ее норвежский сосед, я очень горжусь тем, что Швеция теперь присоединяется к нам в нашей важной миссии. Сегодня, когда мы поднимаем шведский флаг, мы стоим вместе в единстве и солидарности, стремясь защищать друг друга по принципу «один за всех и все за одного».